Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Ну, давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны. В экономической сфере я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.